Сотни французских рабочих компаний Goodyear приняли участие в манифестации около местной штаб-квартиры группы в пригороде Парижа. Они протестуют против решения американского производителя автопокрышек закрыть завод во французском Амьене и уволить почти 1200 человек. Администрация Goodyear говорит, что спроса нет и что уже 5 лет завод приносит одни убытки. Он теряет по 60 миллионов евро в год. Цифры, которые они дают, вранье, говорит представитель профсоюза. Они публикуют их только, чтобы получить основания для закрытия завода. А на самом деле они получили 700 миллионов долларов чистой прибыли. Goodyear от кризиса точно не страдает. Компания набивает карманы, и единственное, что ее заботит, это уволить как можно больше людей. Между тем, американский производитель шин для сельхозтехники «Титан» попытался было купить это предприятие. Однако только половина персонала сохранила бы работу после перепрофилирования. Профсоюзы сказали «нет», и инвестор ушел. На фоне обвала продаж в европейском автопроме нового покупателя ждать не приходится.